Всем привет! В одном из прошлых видео показывал вам клиент на компьютере для управления, слежения с камер видеонаблюдения, сохранения видео. Это программа CMS для XMI-овских камер. Ну, также возможно по ONVIF протоколу выводить и камеры других производителей, но в основном работа с камерами XMI, ICC, ICC Pro, XMI Pro, те, которые вы отслеживаете с этих приложений на смартфоне. Программа CMS. Другое видео, данное видео по клиенту, наверное, более простому, более доступному, многим он нравится, это клиент VMS. VMS также для этих камер, вышеперечисленных. Открываем по стандарту пароль админ, пользователь админ. Можно менять. Вот такой вот веб-интерфейс данного веб-клиента. Очень удобно, скажу, все русифицировано и, ну, как бы проще, более доступнее, наверное, более проще именно исполнение. Просмотр. У нас здесь есть вариант просматривать от 1 до 64 камер. Менять можно настройки, количество камер, просмотр. Все вот эти моменты. У меня добавлена сейчас одна камера. Вот в правом верхнем углу группа по умолчанию. И будет список камер, которые вы добавили. Два раза кликаю, появляется красная точка, камера в эфире. Ноутбук подключен сейчас кабелем, ну или по Wi-Fi, к домашнему роутеру. Камеры также в домашней сети подключены к роутеру. И в домашней сети ноутбук через программу вот VMS клиент находит эти камеры. Закрываем просмотр. То есть смотрите, здесь все очень удобно. Основные: просмотр устройства, архив, онлайн запись. Все кликаете просто и просматриваете, что вам интересно. Настройки, конфигуратор устройства. Потом уже идут вот этот раздел настройки по камерам. Тревожные настройки, пользователи, программа и остальные здесь. Карты, декодер, прошивка, фоновая запись. Что основное? Нам нужно добавить устройство. Устройство, раздел жмем. Автоматический поиск, как в видеорегистраторе, кто сталкивался. Даже не нужно никаких действий производить. Автоматически находит камеры под протоколом XM в домашней сети. Внутренний IP-адрес. Cloud ID даже выдает камер, IP-порт, протокол. Будут другие камеры у вас, протокол, кажется, Hikvision прошит, ONVIF, то есть также есть возможность находить. Выделяете или же все, или же одну камеру, которую вам нужно. В моем случае я 129-ю выделил. Вот она у меня добавлена, что тут вот идет уже в нижней рамке добавленные камеры. Подключено, статус, безопасность, смотрим запись, идет или нет, свободное место, папки, кстати, создаются в компьютере, папка изображение и папка видео. Если вы включите запись, при работающем компьютере и открытой программе будет вестись запись с тех камер, которые вы подключите и включите запись. Настройка, можно изменить добавление. Тот, когда добавляешь, возможно, запросит пароль. Если у тебя запаролена камера, то обязательно запросит пароль. Ты вводишь пароль, и у тебя камера тогда добавляется в программу. QR-код. Также можно даже QR-код ID номера для добавления в приложение. Например, быстрое добавление в приложение по Cloud ID. Также ты можешь посмотреть QR-код. Удобные функции. IP. IP-адрес, смена. Если нужно поменять IP-адрес, тут же можно сохранить такие вот быстрые здесь настройки. Добавили все камеры, например, сюда в список просмотра, в список устройств. Добавить группы можно делать, можно удалять. В общем-то, здесь все понятно. Закрываем вкладку, открываем вкладку просмотр. Список у нас будет камер. У меня сейчас одна. Кликаем. И открываем камер столько, сколько вам нужно. Можно открыть одну. Здесь также все удобно. Правой клавишей мышки вызываем быстрые также настройки.
тип потока, можно дополнительный поток, основной поток. Основной поток — это вот в хорошем качестве, дополнительный поток — это в плохом качестве, ну, при плохой пропускной способности интернета, например. Например, вы зашли из другого, из любой точки мира можно заходить, если вы добавили камеру по Cloud ID. В моем случае камера, вот видите, IP-адрес внутренний прописан. Если я добавлю по Cloud ID, есть такая же возможность. Взяв с собой ноутбук, подключившись к другому интернету, к другому роутеру, например, где-то в кафе или в другом городе, я также смогу открывать эту камеру, но по Cloud ID. В домашней сети я могу открывать по внутреннему IP-адресу. Все, в общем-то, моменты тут также. Запись, снимок сделать, включить аудио. Вот аудио. Камера с микрофоном, поэтому я и слышу. Можно выключить. Вызвать джойстик поворотов 5Z, если камера поворотная. Цветность, яркость, оттенок. То есть, ну, все здесь или сбросить к заводским. Вот я как раз и случайно сбросил. Все эти моменты имеются. Или же выключить камеру. Это что касается просмотра, касаемо настроек. Второй ряд иконок. Конфигуратор. Камеры, опять же, ваш список, которые добавлены. Выбираю камеру, которая нужна для настроек. И все настройки. Смотрите, конфигурация системы. Заходим. В общем-то, то же самое примерно вы увидите, что и в веб-интерфейсе камеры, что в программе CMS. Только здесь по-другому все располагается. Дата, время, часовой пояс. То есть вот это основное. Применить. Окей, отмена. Настройки сети. Также тут поменять IP-адрес, включить DHCP, автоматическое присвоение IP-адресом, активировать ONVIF, порты, адаптивные IP, адаптироваться, если есть такая возможность у камеры, можно включить, адаптироваться под домашнюю сеть. Например, камера будет в другой домашней сети, она адаптируется под нее. Облако, электронная почта, FTP, сервер, RTSP, все вот тут есть, в этих всех настройках. Также здесь применить, если что-то меняли, сохранить, выйти, формат сжатия, то есть настройки компрессии, разрешение, также мы можем менять здесь, если это возможно, формат сжатия также здесь. То же самое мы можем видеть в видеорегистраторе XMI-овском, в программе CMS, вот в программе VMS. Количество кадров в секунду, это первичный поток, это вторичный поток. Качество видео, все здесь. Также применить и выход. Параметры камеры. Вот эти вот настройки ИК-фильтра, также тут. Дисплей. Вот что здесь удобно, что мне понравилось. Можете перемещать время, дату, куда нужно. Выключить, включить, если нужно отображение времени, даты. И канал. Название канала прописать на русском языке, если нужно. И также это поменяется при просмотре через приложение на видеорегистраторе. Прописали задний двор, например, название камеры. И также оно будет прописано, отметка ставится на всех устройствах. Сохраняем или же выключаем вот эти вот водяные знаки. Маска. Также маску здесь можно добавить. Маску включить и добавить место, которое, например, вам нужно затемнить. То есть убрать из просмотра, чтобы не было доступно оно. Например, соседский дом или что-то там. Многие спрашивают, как. Вот так можно это все сделать или же не добавлять. Также применить, если что-то поменяли, обязательно, чтобы сохранилась настройка. Настройка 5Z, камера поворотная, если она, то тут есть все. Информация о версии, то есть полностью информация об устройстве в этом разделе. Тревога, детектор движения, включаем все, что возможно там, если есть по силуэту человека, заходим, включаем и настраиваем. Саботаж, то есть пропала камера, потеря сигнала. Все виды тревоги здесь. Видеоаналитика, тревожные входы, выходы. Хранилище, диспетчер дисков. Если была бы карта памяти, то
была потом здесь. Настройки записи, график по графику. Сделаем по дням, по часам, что хотите. Вот здесь также можно. И снимок. По снимкам тоже есть настройки. Пользователи дальше, пароли там, все остальное, по умолчанию сбросить. И дополнительно обновление, прошивка, если будет онлайн-версия, то здесь вы можете в этом разделе также обновлять и смотреть камеру. В общем-то, все просто, все понятно, все классно. Другая камера будет, список у вас, кликнули на другую камеру и перешли в настройки другой камеры. В общем-то, по камере, на примере одной камеры, вот показал все, что нужно. Дальше кликаете, что вас интересует. Если не сохранили настройку, жмем в правом нижнем углу «Выйти» и выходим из этого меню. Вот это все остальное, это по программе настройки. Пользователи именно в программе. Добавить хотите пользователя, админ плюс еще какие-то пользователи, также можно. И по программе также краткие настройки, в каком формате сохранять видео, с каким форматом сжатия, все остальное. Папки для сохранения изображения, видео, все здесь вот есть. Объединять сюда можно не только камеры, которые в домашней сети, например, находятся. Вот добавили по внутреннему IP-адресу. Знаете, что вам просмотр этой камеры будет нужен только в домашней сети, то не обязательно добавлять по ID, по внутреннему IP-адресу. Нашла программа автоматом, как я вам показывал, добавили. Но также можно камеры добавлять в этот список и удаленные, которые находятся в другом месте. На даче у вас, в гараже, в другом городе, где угодно. Через интернет они будут работать, и программа ВМС будет их находить. Через интернет по Cloud ID, облачному номеру. Добавили, открываете ее тут. Будет у вас, например, камера, сидите вы дома. Огород, задний двор, двор ваш. Дальше камера дача. Камера, например, квартира в другом городе. Камера бабушка в селе. Такой вот набор можно объединить, и у вас такая, ну, серьезная, классная система видеонаблюдения получается. Например, камера не только статическая, плюс поворотная камера. Зашли вы на поворотную камеру, управляете ею, смотрите, что происходит. И вот большое количество камер можно добавлять. Данный веб-клиент ВМС можно скачать в свободном доступе, он есть в интернете. Если нужно, ну, ссылку оставлю, зайдете вот. Я, в общем-то, не пользуюсь CMS, и то CMS пользуюсь редко. В основном для каких-то таких глубоких настроек не часто им пользуешься. В основном пользуюсь видеорегистратором. Видеорегистратор есть, то как бы надобность этих программ на какое-то на время отпадает. Если у тебя нету видеорегистратора, то вот таким вот образом, установив программу эту на компьютер, на ноутбук, ты можешь создать себе дома мини такую систему видеонаблюдения. И не только дома. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Обзоры камер. Facebook, Instagram, Telegram. Телеграм-чат по видеонаблюдению общественный, где помогаем друг другу, общаемся. Всем удачи, до следующих видео.